40-й год странствий. Вот уже несколько месяцев Господь не отвечал на воззвание Моисея. Израильский народ тщетно вглядывался в перспективу, но суровая реальность не оставляла никаких надежд на воплощение мечты. Люди остались без пищи, воды и веры, но продолжали непреклонно нести свое бремя. Моисей, нам нужно чудо. Люди перестают доверять тебе. Я не факир, чтобы делать фокусы на заказ. Данная особь близка к критической черте. Данная особь избрана быть спасенной. Данная особь избрана быть спасенной.